Сара родилась в очень интересной семье. Практически вся ее семья до войны работали в драматическом театре. Семья жила в Белгороде, и когда началась война, им не удалось эвакуироваться. Я родилась в марте месяца 42-го года. То есть уже когда немцы были в городе. Родителям приходилось спрятаться. Но тем не менее, в мае 42-го года кто-то донес, что наша семья еврейская, и его забрали, его угнали в Германию. А дедушку, когда забирали, отца очень сильно избили, и он через 2 недели он просто умер. Нас соседи спрятали. Когда вот папу забрали, нас соседи спрятали, и практически полгода мы были в подвале. Так как бабушка моя шила, то это помогло нам спастись. Почему? Потому что те люди, которые нас спрятали, когда, за то, что она шила, за то, что она помогала по дому, кормили, прятали. Продолжалось это примерно полгода, насколько я знаю. Всех точных подробностей я, конечно, не знаю почему. Потому что ни бабушка, ни мама, они никогда особенно не рассказывали, потому что для них это было тяжело. Всех точных подробностей Сара, конечно же, не помнит. А ее бабушка и ее мама, стараясь поскорее забыть все пережитые ужасы, никогда особенно о днях войны не рассказывали. После войны, когда уже Белгород освободили 5 августа 43 года, это был настолько большой праздник для всех, в том числе и для нас, что мы наконец-то могли свободно выйти, свободно передвигаться. Но когда уже вышли, можно сказать, на свет Божий, оказалось, что ни дома, ни квартиры, ничего у нас нет. Было тяжело и голодно. В воспоминаниях нашей героини потрясает маленький эпизод, который яркими красками характеризует все послевоенное положение. И я помню, когда мама пришла однажды со страшным криком, что ее обокрали. То есть это ее сумочку разрезали и вытащили все карточки. Это было в начале месяца. Это был настолько для нас удар большой. Но как-то опять же с помощью бабушки, которая... Бабушка рассказывала, я-то была совсем маленькая, что она иногда из каких-то мешков, из каких-то обрезков шила какие-то юбки, какие-то вещи, которые продавались. И как-то, короче говоря, вот таким образом мы как-то выживали. Очень долго у семьи не было никакой информации об отце, которого насильно увели в Германию. В 90-х годах семья Сары решает эмигрировать в Израиль. И уже в Израиле получает возможность продолжить поиск через Международный Красный Крест. По истечении 5 лет после моего запроса я получила официальное письмо, что мой отец погиб в концлагере Заксенхаузен 5 сентября 1942 года. Они указали даже часы его смерти. Родители, я хочу ехать в Израиль. На что мы сказали, что если ты хочешь ехать в Израиль, мы поедем все вместе. Тем более, что с дочерью, в то время нашей дочери было 15-15,5 лет, уже просто невозможно было. Мы за нее очень боялись, потому что антисемитизм расцвел таким махровым цветом, что я никогда не ожидала. В Израиле Сара вступила в организацию «Феникс», которая помогает всем тем, кто пережил катастрофу. В этой организации Сара поняла, что она должна помогать тем людям, которые не могут сами о себе позаботиться. Я так долго искала историю гибели моего отца, и никто мне не хотел в этом не помогать, никто не хотел со мной на эту тему разговаривать. И потом я сама компенсацию из Германии, я не знала, как мне ее оформить. Понимаете, вот я к кому обращалась, никому до меня дела не было. И у меня этот процесс протянулся на 2 года. И когда я, наконец, вот все это нашла дорогу, как это сделать, и, наконец, я
все это оформила и получила, я поняла, что я должна помогать тем людям, которые точно так же, как я, не знают, куда приткнуться, кому обратиться.